КАИ-12. На этой удивительно послушной машине совершенствовали свое мастерство многие советские летчики. А это КАИ-14. Все то же семейство легкокрылых планеров. В своем классе КАИ-14 лучшая машина в мире. На ней установлено 2 мировых рекорда. Родословная КАИ началась в студенческом конструкторском бюро Казанского авиационного института. Будущие авиаконструкторы еще учились, но уже строили планеры и, конечно, летали. Это стало традицией. Смотрите, приземлился один из создателей машины. И вот он в конструкторском бюро. Дух творчества, беспрестанных поисков царит здесь. Каждая новая модель создается в жарких спорах. Находятся и отбрасываются десятки вариантов. КАИ-14 представлялся сначала таким, но потом изменили конструкцию хвоста. Летчика в кабине устроили в лежачем положении. Так они искали, обретая конструкторскую зрелость. И она пришла. Планер КАИ-19 – новый большой успех молодежного КБ. Уже в первые 2 месяца своей жизни планер завоевал 4 мировых рекорда. Семейство КАИ набирает высоту.